В этом году в Люберцах открывается рекордное количество дошкольных учреждений. В новых микрорайонах городского округа построили 5 детских садов. Один из них на улице Летчика Ларюшина уже распахнул свои двери для первых воспитанников. Спасибо, говорим! За наш чудесный светлый дом мы вас благодарим! В новом детском саду сегодня первый праздник. Застройщик завершил свою работу и торжественно передал ключ коллективу учреждения. Символично, что объект образования открылся в год педагога и наставника, а также 400-летия Люберец. Такие объекты должны появляться, так как они отвечают всем современным требованиям образования. Они позволяют детям заниматься максимальным количеством кружков, секций, получать знания на другом уровне. И это здорово, потому что дети – это наше будущее, наше поколение. Открытие этого детского сада – долгожданное событие для жителей Жулебино-Парк. В новом микрорайоне в основном проживают молодые семьи. Теперь у их малышей появился второй дом. Уже ждем, не дождемся, когда же мы пойдем. Да, Богдан? Ты хочешь в детский сад? Да. А что ты там будешь делать? Играть. С кем будешь играть? С детишками. С детишками будет играть. В общем, мы очень рады, что открывается такой детский сад. Во-первых, он новый, современный. Детям там будет комфортно, удобно, ну и мамочкам спокойно. Я надеюсь, что адаптация пройдет успешно. Дети будут с удовольствием посещать садик и не захотят оттуда уходить. Из такого детского сада уходить точно не захочется. Современное трехэтажное здание оборудовано всем необходимым для комфортного пребывания детей. Просторные группы, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, зона для приготовления пищи, лифты и кабинеты логопедов и психологов. Детки будут посещать разновозрастные, с ясельной группы до подготовительной. Но сейчас вот и работаем с населением, с детками, заключаем договора в оформлении в детский сад. Детский сад на улице Летчика Ларюшина – структурное подразделение 41-й гимназии. В дошкольном учреждении 14 групп, которые могут принять 350 малышей. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.